Всем огромный привет! Меня зовут Юлия, вы на моем вязальном канале, и сегодня я покажу вам, как я вязала вот такую майку. Я вставлю фотографию, вставлю видео, как она смотрится на мне. И это летняя вещица, уже у нас скоро начинается летний сезон. Я надеюсь, что вам понравится, вы вдохновитесь и свяжете себе что-то подобное. Вообще, я считаю, что таких маек много не бывает, их, ну, как минимум 4 штуки должно быть в гардеробе, и, может быть, немножко отличающихся друг от друга, но принцип один и тот же, и у меня уже теперь таких 2. На первую я оставлю тоже мастер-класс, там уже он будет более подробный. Сегодня я достаточно такой, просто описание, так скажем, не вопительный, не для начинающих, но для тех, кто хочет понять сам принцип, увидеть, как я это делала. Я когда вязала, я даже не думала, что что-то подобное буду снимать, просто вязала для себя. Это был такой эксперимент. Я вязала из пряжи Lang Golf от Yarns. Я вставлю, как выглядит пряжа, да, картинку, и 2 цвета. Это изумрудный такой очень красивый, глубокий, и стальной цвет. У меня ушло на маечку 140 грамм, и вязала я спицами номер 3,5. Вы можете взять любую другую пряжу. У меня параметры у пряжи на 50 грамм, 125 метров. И сейчас еще действует промокод в магазине пряжа.су до мая месяца. Если кому-то нужна именно эта пряжа, торопитесь, потому что пряжа действительно классная. Она немножко такая скользкая, поэтому кончики я тоже покажу секретик, как я заправляла. Ну и в принципе все, давайте приступать. Сначала я расскажу схематически, как я вязала, потом более подробно. Итак, у меня было 4 моточка этой пряжи, и я решила вязать с середины полотна, ну то есть не с самого края, а вот где-то вот здесь вот у меня, или вот здесь вот у меня был наборный край. Я вязала вверх, а потом вниз, в обратном направлении. Так вот, чтобы связать майку, вам понадобится, конечно же, измерить свои размеры. Я эту майку предполагала как достаточно облегающую, поэтому я измерила свою талию и по ней мерила, не по груди, потому что на груди все равно в итоге растянется полотно трикотажное, довольно-таки из крупной пряжи и крупными спицами, поэтому чтобы была та форма, которая мне нужна, я высчитала, что мне нужно 37 сантиметров вот здесь вот, ну то есть не чтобы какая-то минимальная, может быть, была свобода облегания, ну в общем 37 сантиметров у меня должно было быть вот ширина изделия, и в 10 сантиметрах у меня вышло 18 петель по моему образцу. Я набрала 140 петель на полотно плюс на перед и на спинку плюс по одной кромочной, то есть 142 петли набирала я крючком, набрала крючком цепочку из воздушных петель, 142 воздушные петли, и нанизав их уже на спицу, я продолжила вязать, я начала вязать вверх. Вы, конечно же, можете начать снизу и до подрезов, то есть до подмышки, до вот проймы у меня здесь получилось 40 сантиметров. Вот эта вот длина 40 сантиметров. Здесь же я делаю пройму, начинаю, и здесь же, абсолютно на той же высоте, я начинаю делать вырез горловины. Остановлюсь на том, что такое имитация шва. Имитация шва в данном случае это одна петля изнаночная, пущенная сбоку, да, изделия с обеих сторон, и получается вот такая вот петелька, не вытянутая петля, нет, просто обычная петля изнаночная. Меня спрашивали под одним из видео, обычная изнаночная петля. Дальше по размерам тоже поступали вопросы к прошлой летней майке, как я так делаю расчеты.
я делаю расчеты не по груди, потому что грудь у меня небольшая. Если у вас большой размер груди, то советую вам, конечно же, по ней делать, потому что она может просто не поместиться. А так я делаю по талии, чтобы, если хочу, облегающее изделие себе. Потому что если я сделаю по груди, ну, в любом случае оно будет чуть-чуть шире в талии, и это не та модель, которая мне нужна в итоге. Так вот, мы дошли до проймы и до горловины. Здесь я делю полотно уже на 4 части, да, на 4 части, и вяжу отдельно вот перед, переднюю часть вот эту, сначала вверх, потом вяжу вот эту часть до самого конца, а потом уже перехожу на спинку. И на спинке я вяжу еще 4 сантиметра вверх, и потом уже делаю только горловину. Форма горловины переда и спинки, она идентична, и там это V-образный вырез. Здесь у меня вот такая вот растянутая петля. Прошлым летом я вязала похожую маечку, и мне многие писали, что же вы там оставили вот эту растянутую петлю. Я ее специально оставляю как декоративный элемент. Мне нравится, как это выглядит. Я по-другому и не хочу в данном случае. Если я бы хотела сделать уже какой-то другой край, набрав петли, провязав там резиночку или сделать какой-то рулик такой, да, то это уже другое дело. Но здесь в данном случае мне именно вот хочется видеть такую горловину. Итак, какие убавки я делаю? Все очень просто. Я делаю, здесь, кстати, да, вот эта вот петелька, которая идет, вот я в этот раз сделала немножко неправильно. Я ее просто сократила, да, а можно сделать так, чтобы она была кромочной и для этой части, и для этой части. Для этого вы поднимаете одну петлю, вот отдаете сюда, на эту сторону, а вторую петлю вы поднимаете, ну вот, сбоку, вот так вот, допустим. Вот одну сюда отпустили, потом подняли спицы вот эту часть петли и ее пустили на эту сторону. И было бы еще лучше, еще аккуратнее, ну и так, в принципе, хорошо. Так вот, я делаю убавки в каждом втором ряду. Здесь по краю я делаю кромочная и сразу убавка. Здесь, по-моему, тоже делаю кромочная и сразу убавка. Да, кромочная и сразу убавка. Можно сделать кромочная, еще одна петелька и убавка. Тогда будет такая вот как бы полосочка подниматься по вашим проймам и горловине. Так, сколько я делаю убавок? Убавки 16 штук у меня здесь получилось. Здесь у меня 10 убавок в каждом втором ряду. И дальше я немножко стала поменьше убавок делать в каждом четвертом. Раз, два, три петли сократила еще в каждом четвертом. То есть здесь резкий такой угол, потом более такой плавный. И дальше определенный участок я вязала без убавок. Здесь у меня осталось 9 петель. Я провязала вверх, ну, где-то сантиметров еще 5. Перешла на эту сторону, сделала то же самое. Здесь 16 убавок в каждом втором ряду, здесь 10 убавок и 3 убавки в каждом четвертом ряду. И тоже какой-то определенный промежуток вверх провязала. Всего у меня, вот если измерять вот так, да, 21-22 сантиметра пройма идет. Этого вполне достаточно, чтобы не видно было бюстгальтера, и чтобы комфортно было, не давило ничего. Именно вот для меня, для вас, возможно, это будут другие размеры, тут ничего сложного, просто чуть-чуть удлините. И я перешла, отложила эти петельки открытые и перешла на спинку. Здесь я начала убавки по проймам. Через 4 сантиметра я уже разделила полотно ровно на 2 части и сделала убавки по горловине спинки. Здесь у меня
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Здесь у меня по 10 убавок в каждом втором ряду. И дальше определенный промежуток тоже, чтобы было вровень с передом, без убавок абсолютно. Вот некоторый участок где-то 3 сантиметра. Дальше я сложила открытые петли с изнаночной стороны и сшила методом 3 спиц. Вот такой вот шовчик получился. Вот его практически даже не видно. И дальше я уже перешла, связав вот этот вот верх, я перешла к вязанию низа. Я распустила цепочку из воздушных петель, собрала петли на спицы и продолжила вязать вниз на нужную мне высоту, точнее длину. Всего изделия получилось у меня 56 сантиметров. И здесь я закрыла айкордом из 2 петель. Как я делала, по какому принципу вот эти полосы? Мне было важно сделать у лица изумруд, зеленый цвет. И было важно, чтобы на груди полосы не были узкими. Иначе, если грудь вот так вот растягивает полотно, то они могут немножко такими волнами идти, будет некрасиво. Поэтому сделайте, если вы делаете что-то подобное, полосы пошире на груди. Дальше мне было важно, чтобы темное было на талии, как бы сужая. Ну и в конце у меня уже просто не хватило зеленой пряжи, и я немножко конец закончила вот стальной. И что я, какой еще параметр не озвучила? Вот здесь вот, если разложить вот так вот изделие, то будет 21 сантиметр. Здесь и здесь 21 или 22. Ширина где-то 37 сантиметров. Если растянуть, то будет больше. Если вот так вот в сложном виде, то 36, даже 37 сантиметров. Длина 56 сантиметров у этого изделия. Я бы не сказала, что оно прям на самую жару, да, но эта вещь получилась довольно-таки тяжелой. 140 грамм весит. Изделие ушло ровно 3 мотка. 140. Ну, не ровно, чуть меньше 3 моточков. Да, кстати, еще эта пряжа довольно-таки скользкая, как и, наверное, почти весь хлопок. И здесь кончики я склеила. Я приклеила их обычным клеем. Сейчас покажу, каким. Вот, где-то можно заметить, да, где-то вот этот вот клей, хотя он прозрачный. Везде, вот где у меня, сейчас покажу изнаночную сторону. Вот, с одной стороны у меня совершенно нет ниточек, да, как вы понимаете, а с другой стороны у меня были кончики. Немного, но все-таки были. Я вот здесь, вот где широкая часть, тоже захватила вот эту ниточку, чтобы она сильно не оттопыривалась. И, в общем, ну, даже я бы не сказала, что слишком сильно видно. Да, видите, вот приклеено. Я думаю, что так будет более надежно и аккуратно смотрится. Сейчас покажу клей. Клей у меня совершенно обычный, вот такой вот момент, универсальный гель, прозрачный клей. Я его для всего, в принципе, использую в рукоделии. И вот здесь вот, если посмотреть, то для ткани тоже подходит. Вот и все. Такой вот клей, просто наносила капельку и аккуратно пальцем прижимала через одну секундочку или через две. Вот такая вот майка получилась. Ничего сложного, как видим. Если я вам была полезна, ставьте пальчики вверх, не забывайте оставлять свои комментарии. Я надеюсь, что это не последнее мое изделие в этом году летнее, и что я чем-то вам помогла в этом таком описании. Желаю вам всего доброго. Всем пока!